На горячее блюдо у меня сегодня будут куриные бедра, томленые в кокосовом молоке. И в качестве гарнира я добавлю картофельное пюре. Мне кажется, это сюда оптимальный вариант. У меня в этот раз оказалась мякоть бедра без костей и без кожицы, но сюда вполне подойдет и обыкновенные бедра. Для того, чтобы сок запечатался внутри мяса, я обжариваю их на раскаленной сковороде с растительным маслом буквально по пару минут с каждой стороны. И у меня было 2 лоточка по 750 грамм, то есть у меня 1,5 килограмма мяса. Я обжариваю все мясо и складываю в глубокую форму для запекания. У меня на форме утятницы. Я курицу предварительно не мариновала, и просто ее промыла, обсушила бумажным полотенцем и в таком виде обжаривала. В качестве приправы буду добавлять сушеные томаты. Не обращайте внимания, они у меня были засушены с темных сортов, поэтому такого цвета. Разрезаю их напополам для того, чтобы были кусочки приблизительно все одинаковой величины, не очень большие. Дальше беру несколько зубчиков чеснока, рублю его произвольно. Сюда буду еще использовать черный молотый перец, карри, каперсы, маслины у меня будут соленые с косточкой и, конечно же, соль. В форму для запекания я выложила часть курицы и добавила все добавки. Затем сверху опять докладываю курицу и буду все уже заливать кокосовым молоком. Можно, конечно, использовать сюда сливки, но сливки могут свернуться, а вот кокосовое молоко не свернется никогда. И если вы переживаете, что будет привкус кокоса, то нет, его не будет. Будет просто такой вот приятный сливочный вкус. Попробуйте приготовить, я уверена, вам понравится. Буду томить это все в духовке приблизительно 40-50 минут при температуре 180 градусов. На 1,5 килограмма мяса я использую стандартную баночку кокосового молока в 400 мл, накрываю сверху крышкой и отправляю в предварительно разогретую духовку. Посмотрите, какое в итоге вкусное и ароматное блюдо у нас получилось. Получается достаточно много подливы, и я подавала, накладывала картофельное пюре, сверху поливала подливу и выкладывала уже курочку.